Merhaba, Salam. 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 So, it's the first time for Azerbaijan in the Eurovision Song Contest. How does it feel being the first ever representatives of the country in the Eurovision Song Contest? Каково это быть первыми представителями от вашей страны на Евровидении? Правильно, каково быть первыми? Ой, конечно же, очень большая ответственность налегает на нас. Но я думаю, мы оправдаем все доверие нашей страны, Азербайджана. И хотя бы займем одно из первых мест, дай бог. Хотя бы мы на это надеемся. Хотя бы быть в финале. Думаем, что не имеет значения в первый раз или в третий. Нужно уметь показать себя с первого раза. Both of them think that this is highly important to show who you are, no matter the first or the last representative you are. And first of all, they feel high responsibility of what they are doing, but they do hope that they will make their best and succeed in representing their country at the Eurovision Song Contest. So, your contention, the national song, and the preparation for the contest itself, what are you expecting from your first participation in the contest? Вы долго готовились к конкурсу, страна долго шла к нацфиналу. И что в итоге, чего вы ожидаете от участия в этом конкурсе на международном уровне? Трудно, потому что нет, как бы нравится. Мы надеемся на то, что мы на самом деле видели и многих участников, и нам, если честно, не все нравятся. Говорим откровенно и честно. Но мы даже сами, это не похвала для нас, мы сами себя не хвалим ничего, но думаем, что мы создали вот традицию, вот, плюс не только вот, танцы, а вот именно вот шоу, такой мюзикл. Хотя бы как-то надеюсь, что ее чуть-чуть правильно. Она. Samir says that he hopes that is in last. And, speaking seriously, they have seen many of those that they didn't like, and he says that they not his idea. It's equal meal, and they really hope that their effort will be appreciated by many. So, what does the song lyric talk about? Why did you choose good and evil? О чем слова песни и почему вы избрали именно вот эти два образа, зла и добра? Ну, сейчас это самая глобальная проблема, которая преследует всех. Ну что, в стране самое главное, в мире самое главное – это плохая сторона, хорошая сторона. И мы решили просто показать этой композиции то, что мы, например, стоим на стороне добра. Хоть и Самир является падшим ангелом в этой композиции. Но в любом случае в этой композиции он в конце возвращается... Ну, я не так. В конце возвращается, прощает. И мы хотели показать именно людям, что... Люди, если больше, то у вас не будет, пора уже... Умнеть, подумать. Eleanor says that this is a global problem, that there is a... competition and counterfight between good and evil, and with their song they decided to show and to highlight this problem, and both of them chose the good. So even when Samir is playing the devil, in the end of the song he is on his knees. That means that he's forgiven by the God. And with this song, they show everyone that God gives the devil, and then he will forgive you. And just to choose good side. That's all you have to do. Describe experience that you did. Okay. Clip снят профессионально. Вот. И какие ваши впечатления при съемках этого клипа? Вы хотели бы рассказать? Я расскажу, поэтому лучше расскажите. Проверю.
Снимался на Украине, в Киеве снимал один из лучших режиссеров, Семен Горов. И он не просто был, ну, как обычный режиссер, поставил, так ребята встали. Нет, он изначально с нами познакомился. Подружился, узнал, какие мы есть на самом деле, чтобы с нас взять все, что требуется. Конечно, клип должен был быть еще ярче, еще лучше, но так как мы не успевали со временем, поэтому сократилось время, и мы это сделали за короткое время. За один день? За один день. 15. А во время съемок было очень много, и нервов было, и смешного очень много было. Я, например, когда пустили вот этот дым, меня даже не предупредили. Я там задохнулся, взорвали этот дым, я там задохнулся. Айнура, когда подвесили, Израиль ее всегда стоит. И сидела, подняли вместе с моим. А я чуть вместе с троном не упал. Окей, Samir says that the clip was the music video was captured by one of the best professionals in this area, the music video director Semen Gorov. He's famous in Ukraine, and actually the video was captured in Ukraine. And during the video capturing, they had a lot of things because the period they were planning to capture the movie was bigger than it actually was, and they captured this video during 15 hours in one day, and there were many things that actually are memorizing. For example, Samir almost died when there were some real explosions that were used in this movie, and there was a lot of smoke, so he couldn't breathe. When Elnor was... Huh? 15 hours, yeah, and they succeeded. When Elnor was flying, they used ropes, and actually possibly they used the wrong place to rope him, because he was really pressed between his legs. So, your visit to Port is being hosted by Malta's most wanted YouTube website, ASMR.com. Your comments about your stay and the sponsor's message to our visitors. Okay. Вы не могли бы сказать, что вы хотите сказать тем, кто будет смотреть ASMR.com? Тем, кто будет смотреть это интервью, да. Ой, есть, мы могли бы только одно сказать, Мальта. Что Мальта — это прекрасный город, это действительно курортное место, мы здесь отдыхаем, здесь прекрасный воздух, прекрасные люди, ну, полная свобода. Полная, да, свобода, это то, что нам свобода, нужно, которую мы и ищем. Мы нашли эту свободу у вас, Мальта. И мы благодарим вас за это. Да, и, конечно, бы хотели бы сказать, если вы имеете право голосовать 20 мая, то голосуйте за нас, потому что Баку тоже очень сильно нравится. Марьяна, да? С песней «Водка». Мы тоже будем голосовать за нее.